Нет кассового аппарата и нет печати на ваших квитанциях. Почему я вчера, блядь, мы здесь лежал на кроватке спал, с утра я должен отдать за эту хуйню, чтобы... Да, неделю здесь стоит. Ну, вызывай начальника, пускай не уезжает. Вызывайте милицию. Сколько вас здесь работает? Трое? Двое. Двое? Да. Ты не работаешь здесь? Отойди, что к вам. Ну так, а почему? Отойди. Мы здесь отдыхаем. Отдыхаете и бабки зарабатываете? Вы отдыхаете? Здесь официально работают ребята. Какие ребята? За что вы деньги снимаете? Документы возьмите его, документы. Вы не работаете? Документы на море, вы не работаете. Есть документы, что это частное? Частное, да, вон это дорога. Мы по дороге можем поехать в море. Нет, вот это твое. 2,5 гектара, в 2008 году было год. Дороги не могут быть частные. Дороги частные почему? Дороги частные почему? Еще раз, очень интересно, 2008 году, ну. Что? Что в 2008 году? Иди читай. Что ты меня сфотографируешь? Не иди. Ну, идите, а идите. Идите читай. Я уж постарше буду. Ну, я здесь родился, женился и все, что угодно. Идите читайте. Вопросы есть? Идите читайте. Я уже прочитал. Все, что вы местные? Ни один документ не заверен. В курсе нет? Вот мы местные приехали на море. Нет, мы сейчас будем платить. Дорог ничего. На кого заезжать? Никто не будет. Не надо трогать. Хватит, не надо. Заезжай, Леша. Надо продвигаться. Сейчас все заезжают и все. Что мы накупались? Отойди в сторону. Это общество Остапов Бендеров. Новое. Да не надо перезванивать, вы бумагу покажите. Лучше еду, ты покажешь. Не от того устроили. А что это за предприниматель, который у нас перегораживает здесь территорию?
Расскажите, пожалуйста. Где здесь подписи? Я не знаю, государственный здесь это... Я не могу понять. Ни один документ здесь не соответствует. Ни один. Смотрите, какой документ. Какая сессия? Сессия запрещена моторного пили. Шлагбаумы. Покажите, на основании какой сессии 2008 года? Это развод полный. 2011 год, молодой человек, она прекратила все шлагбаумы на территории Крыма. Понятно? Давайте мы сейчас вызовем их. Сколько вам платят, чтобы вы в Кирилл страдали? Ребята, подняли? Эти проехали, а мы подняли. Вызывайте меня, у вас. Уже не в другом месте зарабатывают. Да. А вы чем занимаетесь сами? Я не могу жить. А вы что, не говорите? Лучше бы заков не пускали. Своих не пускают, а? Что тут все делаете? Вот это такое. Да, покажи мне. Что сфотографируете? А документ мне покажи. Да вот они все висят. Ну, вот они. Подожди, где здесь? Где здесь нарисовали что-то? Кого? Мне покажи. Где здесь обозначены границы? Ваши 2,5 гектаров. Я еще раз говорю, что наши все документы лежат и в администрации, и везде. Так пусть все они там лежат. Почему они в администрации должны лежать? Все ксерокопии заверены. Нотариусом должен быть у вас на двери. И должен быть. И должен быть. Кассовый аппарат. У тебя должна быть. Касси нет? Что вы мне рассказываете, что у меня должно быть? Мне самостали здесь работать. Проезжай. Это Касси, это Касси. Да, из-за вас он и стоит. Докладывать. Это в принципе незаконно. Прибрежная территория не имеет права вообще быть. Нет, это там отделено, там же все нормально. Так дорога тоже между участками должна быть дорога. Есть один частный участок, есть второй частный. Между ними обязана быть дорога не менее 11 метров. Где она? А что за нее деньги берут? Вот забор. А что она за забор? Это твои знакомые же? У вас того, что земля в аренде. Вон, выйди почитай. Ростов опять стал. Ну нечего платить деньги просто так. Машина, выезжай. Понедельник, езжайте в налогу. У кого есть жалобы? Милицию вызвали уже полтора часа назад. Да, милиция есть. Так приезжали, у начальника есть все документы. Какой начальник? Администрация, я тебе покажу, что у ней какое-то фуфло написано. Так обжалуйте, ребят, на что вы не понимаете? Да подожди, я не понял, ты дерешь деньги. Я никого ни с кого не дерю. 30 гривен взял. Ну все, за проезд. За какой проезд? Море. По моей земле? Да, по вашей. Да? Это твоя, что ли? Вот, смотри, питаться. Что ты такой? Где решение? Договор аренды земли, что самое интересное. Где не покажи планы ситуационного, какую территорию они занимают? Покажи, печать есть? Какая печать? Да все, это не действительно. Нет, это то, что частный предприниматель имеет право работать без печати. Штамп. Смотри, стоп. Если он работает без печати, то у него должен быть талон зарегистрирован налогоинспекции. Книга? Книга, да. Вот тут вот. Официально зарегистрирована налоговая. У них должна быть потребование. Они выдают книжка для оказания услуг, где стоят номера зарегистрированных налогов. Да, да. А вот это вообще ни одного пункта не соблюдено. Мало того, аренда земли не обнесена, не указан план схемы территории. Техническое обслуживание. Это вообще нечем доказывать. Это вообще так предполагаю, я так предполагаю. Идите и пожалуйтесь в администрацию. Что вы мне высказываете? Да мы тебя сейчас возьмем, выкинем отсюда. Вы все, со мной понял, так не разговаривали. А ты зачем со мной так я нормально вам отвечал. Мы ездим по своей земле, а ты встал тут ни с чего, ни с того. Я здесь работаю. Начинаешь меня тут... Покажи, есть договор у тебя? В налог, понедельник все документы. Нет, договор у тебя есть заключенный с работодателем?
Нет у них, они даже фамилию вам не скажут. Да какой налоговый? Что ты расскажешь? Вообще никто. Их три экземпляра, понимаешь, один налоговый, у твоего работодателя, один у тебя. Да, ну это на частное лицо. Правильно, частное лицо. Подожди, нет, да вот, смотри. Уважаемый, а свой документ мне покажите, пожалуйста. Да вы свой лучше. Я хочу, я уже вам показывал, извиняюсь. Свой документ покажите, паспорт покажите. Почему? Почему? Почему вы не хотите со мной разговаривать? Почему? Вопрос. Почему? Что? Почему вы не хотите со мной разговаривать? Ну, не хочу. Ну? Без комментариев. Без комментариев. Молодец. Документ свой покажите, пожалуйста. А вы кто? Работник чего? Производительных органов? Да, производительных органов я работник. Я хотя бы за то, что тебя спрашивают. Ясно? Деньги, ваша фамилия как, вы назовете или нет? Да, это... Наша. Пусть я дадут 30 гривен, иначе горше заплатить. Я тебе лично сказал, что квитанция должна быть заверена печатью. А я сейчас не с вами разговариваю. Так или нет? Не надо так, на меня кричать. Ты знаешь, это мошенничество. Ты знаешь, вот, все претензии к этому человеку. Да это не надо мне. Берите на меня. Значит, ты мошенничеством занимаешься. Кто деньги взимает? Это полный матч. Кто деньги взимает? Тот человек, который написан на бумаге или вы лично, извините меня? Я лично вам в руки отдал 50 гривен. Так или не так? Здесь убирается, здесь вывозится мусор, приводится в порядок территории. Мусора не вывезено, там сральник. Вчера вывозили. Конечно, конечно, да. Расскажи дяде сказки, там валяется, которому уже больше, чем год. Такие, как мы, забирают с собой все. Ясно, нет? А вот ноги кидают. На весь пляж один мусорный бак. На весь пляж. Подожди, не торопись. Я хочу это заснять. Ловите. А ничего мне не сделаете. Что вы делаете? Не хотела, хочу вам попорать. Подними, подними. Бля, ебать, не дикий. Это дикари, бля. Вот для артиста. Бывают же такие люди. А есть такая лента? Арендовали 25 лет. Вы нам это не рассказываете, мы здесь работаем. Так что вы? Подожди. Вы на кого работаете? Вы почему поставишь нас? На каком основании поставили штрафбаум? Где документы? Это не документы, это хрень такая, напечатаю тебе их сотни штук сейчас. Не надо орать у нас вообще. Мы не орем. Сейчас.